сегодня на улице плохая погода. И папа свин и мама свинка сидят, смотрят телевизор, а Пеппа с Джорджем играет в своей комнатке. Джордж, мне уже совсем надоело играть. Давай пойдем уже на низ. Папочка, мама, а можно ко мне придут мои подружки? Да, Пеппа, хорошо, конечно, пусть приходят. Ой, спасибо, я сейчас им позвоню. Здравствуйте, мама свинка, я вам привезла детишек. Здравствуйте, миссис крольчиха. Заходите, ребятки. Пеппа с Джорджем уже вас... поиграем в королевство и устроим бал. О, Пеппа, это интересная идея. Да, Пеппа, давай попробуем поиграть. Ура, ура! Давайте и будем играть. Пошли переодеваться, ребятишки. Ну вот, мы уже все переоделись. Папа свин, ты теперь король, а мама свинка у нас теперь королева. А теперь у нас появится волшебник. Ту-ду! Хо-хо! Привет, детишки, я умею показывать фокусы. Сейчас перед вами появится... Бабушка-свинка! Повар! Привет, детишки! Привет, ребята! Угощайтесь, у меня очень вкусная печенька! Ну, спасибо! Ой, какое вкусное! Держи, Пеппа! Бабушка, дедушка, вы как раз вовремя и тоже в костюмированной вечеринке будете участвовать! А сейчас будем все танцевать! Дедушка-свин танцует с бабушкой-свинкой, папа-свин с мамой-свинкой, а Пеппа, Ребекка и Кэнди танцуют все вместе в кругу. Ой, как весело танцевать! У нас прямо бал! А где же Джордж и Ричи? А вот и Джордж! Лошадка! Ух ты! Ребекка, Кэнди, смотрите, какая карета! Джордж приехал к нам. А это лошадка, сверкай копытца. Лошадка. Нет, Джордж, его зовут Сверкай копытцем. Давайте сядем на нее и будем кататься. Все ребята сели в карету. Поехали! Как весело кататься! Папа свин, мама свинка, у нас сегодня просто замечательный день! Спасибо вам большое! Несмотря на плохую погоду, свинка Пеппа и ее друзья сегодня очень хорошо провели свой день. Джордж, смотри, мы попали в парк сладостей. Ух ты, Пеппа, здорово! Пошли скорее посмотрим, что здесь. Пошли, как интересно. Смотри, здесь бассейн с конфетами. Скорее сюда. Ух, ух ты, здорово. Я тоже. Ой, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Джордж, не ешь много сладкого? Очень вкусно. Да, Джорджу нравится парк сладостей. Здорово! Ой, интересно, а что здесь? Ух ты! Какие здесь трубочки разные. Это коктейльные трубочки, Джордж. Здорово! Можно попить коктейли? Конечно! Я еще немного поем. Можно и поплавать. Ой, здорово! Мне очень нравится. Ну, пошли еще посмотрим, что здесь есть. Пошли. Джордж, смотри, это же зефирное дерево. А на нем растут конфеты, смотри. И вон еще одно. Джордж, ну где же ты? Сейчас, Пеппа. Что ты делаешь? Я хочу взять трубочку и попить коктейль. Ну, вот же есть трубочка. Я хочу красную. Ой, как вкусно. Ну что, попив? Да, мне очень понравилось.
Теперь я хочу вон ту вот конфетку. Сердечко синее. Джордж, но оно же очень высоко. Не нужно тебе синяя конфетка. Смотри, сколько здесь конфет. Я хочу синюю. Джордж, она очень высоко. Ты можешь упасть оттуда. Ну хорошо. Пошли еще посмотрим, что здесь есть. Ой, какой вкусный шоколадный торт. Джордж, скорее иди сюда. Джордж, ты где? Я сейчас, Пеппа. Я хочу конфетку. Сейчас я ее достану. Джордж, ты что? Ты же упадешь. Скорее слазь оттуда. Пеппа, я сейчас спускаюсь. Я хочу взять конфетку. Вот она. Оп. Так, теперь можно спускаться. Осторожнее, Джордж. Чик. Чик. Ну вот, я уже спустился. Какая вкусная конфета. Ты что, ты же мог упасть оттуда? Нет, Пеппа, я же держался. Ну, Джордж, смотри у меня. В следующий раз можешь упасть и сломать себе что-то. Ой, я совсем не подумал. Ну ладно, хорошо, что я достал себе конфетку. Ну хорошо, пошли дальше. Смотри, там шоколадный тортик. Побежали. Ням-н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 ям. Видишь, Джордж, я же говорила, что здесь вкусный шоколадный торт. Да, очень вкусный. Ням-н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 ям. А теперь можно прыгать в бассейне и хрик. Джордж, да что же ты? Я тоже иду к тебе. Здорово! Так можно отдыхать весь день. Как здорово, что мы нашли такой парк сладостей. Да, Пеппа, это словно сон. Да, Джордж, действительно, словно сон. А может и правда это сон? Пеппа, Пеппа, Джордж, Пеппа, Пеппа, Джордж, просыпайтесь, уже утро. Ой, уже утро. Значит, это все был сон. Какой сон, Пеппа? Мамочка мне приснилась, ой, что я была в парке сладостей вместе с Джорджем. Да, Джорджу тоже приснился такой сон. Я тоже был в парке сладостей. А, парк сладостей, здорово. В детстве я там тоже часто бывал. Хо-хо-хо, я слышал, кто-то побывал в парке сладостей. Да, папочка Свин, а ты что, тоже знаешь о парке сладостей? Ну, конечно, я в детстве тоже очень часто был в парке сладостей. Здорово! Я думала, что это сон. Хо-хо-хо, Пеппа, в парк сладостей можно попасть только во сне. И только дети туда могут попасть. Что, действительно? Ух ты! Ну да. Да жаль только, что я сейчас не могу туда попасть. Папочка Свин, это же потому, что ты очень большой и сможешь съесть все сладости. О, ну. Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу рассказать историю, которая приключилась со мной, когда мы были в замке. Одним ранним днем утро начиналось, как всегда. Пеппа смотрела в свое зеркальце, расчесывалась. Джордж играл в рыцаря у себя в комнате. А мама свинка с папой свином, принцесса и король сидели и наслаждались природой. И тут вдруг, откуда ни возьмись, появился дракон. Я сейчас съем вас всех. А! Закричала Пеппа. Мамочка, папа, я боюсь. Дракон, дракон, динозавр. Не бойтесь, детки, сказал папа Свин. Я с ним справлюсь. Папочка Свин, ты что? Он же тебя съест. Не бойся, мама Свинка, я его прогоню, и мы снова заживем хорошей жизнью спокойной. Хорошо, папочка, держись, мы в тебя верим, ты сильный, ты сможешь. Хорошо, мама Свинка, держитесь, детишки, болейте за меня, я его прогоню. Он ничего нам не сделает.
Я вас съем! Стой, дракон! Ты что, хочешь кушать? Да, я очень голодный, я не ел сотни тысяч лет. Давай мы с тобой договоримся. Я тебе дам покушать, а ты не будешь нас есть. Да? Заманчивое предложение. Хорошо, давай. Хо-хо-хо, сейчас я вынесу тебе. Сейчас я посмотрю в холодильнике, что там есть у меня. Так. Держи. Покушай, это очень вкусная еда. Ты такую не ел. Оу, спасибо, папа свин. Ой, как вкусно. А, спасибо большое. А нет больше еще? Нет, к сожалению, все закончилось. Ой, папа свин, спасибо тебе большое. А давай я не буду улетать от тебя. Я буду тебе служить. Отгонять всех злодеев от тебя. Буду как собачка. Сейчас я подумаю. Мама свинка, Пеппа, Джордж, я справился с ним. Но вы знаете, у меня такое предложение. У вас нет желания, чтобы он с нами жил? Что? Папа свин, ты что? Как он будет с нами жить? Он же дракон, он съест нас. Ну, вы знаете, он хочет быть у нас собачкой. Собачкой? Ура, ура, я буду с ним дружить, я буду кататься на нем. Да, папочка, свин, давай. Да, папа, свин, ну не знаю, неплохо бы было иметь своего дракона. Хорошо, тогда мы решили. Дракончик, мы договорились, можешь у нас жить. О, спасибо, папа, свин, я буду очень хорошим помощником вам. Хорошо. Я буду тебе давать каждый день такую вкусную еду. Спасибо, папа свин. У меня не было уже давно своей семьи. Я на самом деле очень хороший, просто все меня почему-то боятся. И я этим пользуюсь. Понятно. Тогда живи у нас. У нас есть кошечка, ты будешь с ней дружить. Мяу, мяу. О, какая кошка. Мяу, 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 мяу. Что же ты боишься? Не бойся, вы с ней подружитесь. Ну, хорошо. И мы вместе зажили. Мы жили, поживали. Но в один прекрасный день к нам в гости пришли бабушка свин и дедушка свинья. О, бабушка свинья, давно мы не видели наших внучат. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как же они живут. Да, дедушка свин, я очень соскучилась. Тук-тук-тук. Где же их дома нет? Не знаю, дедушка свин. Что-то они, наверное, еще спят. О-о-о-о-о-о! Я злой дракон. О, боже мой, кто это такой? Это дракон. Бежим, он нас ест. Бежим, бабушка свинья, дедушка свин, не бойтесь. Это хороший дракончик. Идите обратно. Как это хороший дракончик? Это же дракон. Ничего страшного, он у нас теперь живет. Живет дракон? Вы что? Он же может вас съесть. Нет, он на самом деле хороший. Просто его все боятся. А он хороший. Да, я очень хороший. Я, извините меня, я не знал, что вы свои. Я думал, вы бандиты чужие. Хорошо, дракончик, ты действительно хороший. Мы будем тоже с тобой дружить. Ура, ура! Привет, Пеппа! Привет, Джордж! О, бабушка-свинка! Дедушка-свин! Ура! Вы пришли! Смотрите, какой у меня есть новый друг! Он меня катает! Смотрите! О, я рыцарь! Поехали! О, Джордж, да, у тебя очень красивый дракон. Я тоже в детстве мечтала о таком. Молодец. Да, я такой. Очень замечательно, что у вас появился такой дракон. Молодцы. Вот так, ребята, с нами начал жить дракон, динозавр. Пока.
Сегодня папа Свин решил сделать Пеппе и Джорджу подарок и поехал в магазин. А тем временем мама Свинка сидит смотрит телевизор, а Пеппа с Джорджем играет в своей комнате. Кажется, папа Свин уже вернулся. Нужно пойти посмотреть. О, папа Свин, ты уже вернулся? Да, мама Свинка, я уже есть. О, отлично. И что же ты купил? Сейчас. Иди позови Пеппу и Джорджа, а я принесу их сюрприз. Хорошо, сейчас пойду. Папа, Джордж, скорее бегите вниз. Вернулся папа Свин с сюрпризом для вас. Здорово, здорово! Идем, Джордж, скорее! Пеппа и Джордж уже спустились вниз. Папочка, папочка, а что ты нам купил? О, Пеппа, Джордж, сейчас вы все увидите. Ну, смотрите. Папа Свин отошел, и Пеппа с Джорджем увидели лошадки. Ух ты, здорово, папочка! Какие красивые лошадки! Да, Пеппа, вы же давно мечтали про лошадок. Вот я решил сделать вам сюрприз и купить их. Здорово, папочка! Джордж, давай будем играть, садимся. Да, выбирайте. Какого цвета лошадка? Я хочу себе красную. Пеппа выбрала красную лошадку. Я белую. А Джордж белый. Ух ты, Джордж, лошадка красная, как мое платье. Здорово! Спасибо, папочка. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. У меня белая лошадка. Джордж рыцарь. Да, Джордж, ты совсем как рыцарь на лошадке. Рыцарь Джордж, давай покатаемся в нашем королевстве. Давай, принцесса Пеппа, поехали. Здорово, король и королева, мы идем покатаемся в нашем королевстве. Хорошо, принцесса Пеппа и рыцарь Джордж. Отлично, поехали. Ну вот, мы уже вернулись. Наши лошадки очень устали. Нужно их отвезти в стайню. Пи-пи, пи-пи. О, бабушка Свинка с дедушком Свином приехали. Здорово. Да, ребята, я вам привезла пирог. Ой, здорово. Дедушка волшебник, бабушка повар. Как хорошо, что вы пришли! Да, Пеппа, смотри, какой пирог я испекла вам сегодня! Здорово, здорово! Рыцарь Джордж очень любит пироги. Я сейчас отвезу лошадок и будем кушать. Хорошо, рыцарь Джордж! Поехали! Рыцарь Джордж отвел лошадок в конюшню и пришел к столу кушать вкусный пирог. Ну, Ваше Величество, прошу к столу. О, отлично! Все очень вкусно поели. Ой, спасибо, бабушка, повар. Пирог был очень вкусным. Ну, а теперь можно я пойду? Ко мне должны прийти мои подружки-принцессы. Да, Пеппа, конечно. Хорошо, я тогда пошла. Перед приходом моих подружек-принцесс нужно переодеться. Нужно выбрать себе наряд. Сейчас я пойду. Ну вот.
Сейчас я одену розовое платье. И вот такую шапочку. Ну вот, я готова. Можно идти встречать подружек. О, здорово! Вы уже приехали, я вас как раз ждала. Да, принцесса Пеппа, путь был нелегким, но мы уже приехали к тебе. Ой, отлично. И пойдем теперь играться. Идем, принцесса Пеппа. Принцессы весело играли. О, приветствую вас, принцессы. Ой, здравствуй, рыцарь Джордж. Мое почтение вам, мои принцессы. Я приготовил для вас волшебный арбуз. Он очень вкусный и волшебный. Разрешите вам преподнести? Да, конечно, волшебник. Вот. Держите. Рыцарь Джордж, иди кушать арбуз. Джордж! Джордж, пошли кушать арбуз! Джордж! Джордж! Ой, да, иду. Да, рыцарем быть хорошо. В домике свинки Пеппы уже вечер. Ребята уже помылись и уложились спать. Мамочка, мамочка, а расскажи-ка нам сказочку. Хорошо, давайте я вам сегодня расскажу сказочку про свинку Алису. Про свинку Алису? Да. Ух ты, я еще такое не слышала. Да, и я не слышала. Ну хорошо, тогда слушайте. Жила-была... Жила-была свинка Алиса. Она выпасала овечек, но они когда-то разбежались. Алиса искала их в лесу. Овечечки, где же вы? Где же вы? Идите ко мне! Что-то их нет нигде. Буду искать дальше. Ой, а что же это такое? В лесу она увидела стол со стульями и короля, который пил чай. Ой, здравствуйте! О, здравствуй! Я искала овечек. Вы случайно их не видели? Нет, овечки здесь не пробегали. Может, хочешь чаю? Чаю? Хорошо, я попью чаю. Свинка Алиса села за стульчик. Ой, какой вкусненький чай у вас. Да, чай очень вкусный. Бери, угощайся. А какой сладенький. Очень вкусно. Вот, бери еще пирог. Ой, пирог. Ой, как же сладко. Я уже поела. Спасибо большое, но мне нужно искать моих овечек. А, ну хорошо, тогда я снова буду сидеть здесь один. Почему вы один сидите в лесу? Ну, не знаю, я очень люблю природу. Но здесь не часто кто-то ходит. Ну да. Хорошо, я еще немного посижу вместе с вами. О, отлично. Ой, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я целый день ем сладости. Да, но ведь сладости это вредно. От них могут болеть зубы. Ху-ху, конечно. Зубы у меня крепкие, они никогда не болят. Ой, это очень хорошо, но все равно со сладостями нужно осторожно. Да нет, я не переживаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, ой, что случилось? Кажется, у меня заболел зуб. Ой-ой-ой, что же делать? Не переживайте, зуб у вас выпадет. И прилетит зубная фея. Зубная фея? Ну, конечно, она всегда прилетает, когда выпадают зубы. Ух ты, здорово. Ой, но я не хочу так долго ждать, у меня уже зуб очень болит. Ну, может, она раньше прилетит? Хорошо бы. Иу-иу-иу. Я слышала, здесь у кого-то болит зуб. Ой, это же зубная фея. О, вы зубная фея? Да, я зубная фея.
Ой, отлично, у меня болит зуб. Хорошо, открывайте рот. Пошире. Отлично. Вот, держите вам монетки. О, монетки, спасибо. Ну все, ваш зубчик теперь у меня. Уже не болит? Ой, нет, спасибо. Отлично, на его месте скоро вырастет другой зуб. Ой, это очень хорошо. Может, вы с нами попьете чаю? Ой, чай с тортиком. Хорошо, не откажусь. Зубная фея тоже села пить чай. Ой, какое у вас все сладкое. Неудивительно, что у вас заболел зуб. Да, но у меня раньше никогда от сладостей зубы не болели. Ну, видите, а могут заболеть. Да, я уже это понял. Вот мне свинка Алиса тоже так сказала. Ой, свинка Алиса, вы молодец. Да, мне всегда так мама говорит. Правильно, от сладкого могут болеть зубы. Нужно есть сладкое, но по чуть-чуть. Ой, хорошо, что вы сказали. Теперь я не буду столько есть сладкого. Ну, здорово. Ой, кажется, мои овечки где-то здесь. Здорово, как же хорошо, что я здесь встретила вас. И чаем угостилась, и овечек найду. Ой, ребята уже уснули. Думаю, им приснится чудесный сон. Ну, а мне пора тоже идти ложиться спать. Сегодня ребята будут ставить сценку для всех взрослых. Ну, ребята, вы все готовы? Да, мадам Газель, да. Вы все выучили, все роли знаете? Конечно, мы уже готовы. Ой, ну хорошо. Все взрослые уже ждут выступления. Ура, ура! Ну, идемте тогда на сцену. Пошли! Все родители уже собрались и ждут выступления ребят. Здравствуйте! Я рада вас приветствовать здесь. И сегодня вы увидите сказку. А какую? Догадайтесь сами. Ля-л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 я. Ой, я надеюсь, я быстренько приду к бабушке. Ля-л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 я. И она поест моих пирогов и будет здорова. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, о, а ты кто, девочка? Ой, меня зовут Красная Шапочка, я иду к бабушке. О, а что это у тебя в корзине? Ой, бабушка заболела, и я ей несу пирожки. О, пирожки, отдай-ка мне пирожка. Ой, я бы с удовольствием. Но я должна отнести их бабушке. Она же заболела. Ох-хо-хо. Ну, хорошо, хорошо. Ну, пока. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ху-ху-ху. Пирожков я тоже хочу. Нужно придумать, как их съесть. Точно. Я пойду к бабушке и притворюсь, что я это она. Да, да, да. Все, нужно бежать. Ой, как же я болею, как же мне плохо. Тук-тук-тук. Кто там? Это я, твоя внученька, Красная Шапочка. Ой, Красная Шапочка, входи. Тук-тук-тук-тук. Здравствуй, бабушка. Ой, здравствуй, Красная Шапочка. Я так заболела, так мне плохо. Ой, бабушка, там на улице такое солнышко, такая хорошая погода. Тебе нужно пойти подышать свежим воздухом. Сейчас я пойду прогуляюсь. Ой, внученька, а ты пойдешь со мной? Нет, бабулечка. Я останусь здесь, дома. Поубираю у тебя. Приберу здесь у тебя. Ой, внученька, ну хорошо. Я тогда пошла. Хорошо, бабуля. О, отлично. Теперь я притворюсь бабушкой. Тук-тук.
Доченька, красная шапочка. Ой, красная шапочка, ну входи. Ой, здравствуй, бабулечка. Ой, я так болею. Красная шапочка, как же мне плохо. Ой, ты так плохо выглядишь, совсем не похожа на себя. Да, я так заболела. Ну ничего страшного, смотри, я тебе пирожков принесла. Ой, пирожки! Ну, это я люблю, сейчас я покушаю. Ой, пирожочки. Ой, ой, как кисло, ой, как кисло! Бабушка, что же случилось? Ой, кисло во рту! Забыла совсем, там же еще лимон был тебе к чаю. Ой, я уже прогулялась. Ой, красная шапочка, бабушка. А ты кто тогда? Ой, я волк. Как волк? Я очень хотел кушать. Я увидел пирожочки и так хотел пирожка. А красная шапочка несла к бабушке. Я очень был голодный. Вот я и пришел и притворился бабушкой. А, так ты был голодный. А я прогулялась и стала здоровой. Теперь я уже не болею. Ура, бабушка! А ты, волчонок, так больше не делай. Нельзя обманывать. А пирожочков мы сейчас поедим. Да, ура! Чая с лимоном. Конечно, и чая с лимоном. Ура, ура, я буду кушать пирожки. Ура! А сейчас мы споем вам нашу песенку, а Петра будет играть на пианино. И начинаем. Сегодня мама свинка решила испечь булочки. О, мама свинка, как же они пахнут? Еще долго? Нет, папа свин, уже почти готовы. Еще немножечко. Ой, как же вкусно пахнет! Я уже так хочу кушать. Да, и Джордж хочет кушать. Джордж, пошли спустимся вниз. Может, мама свинка уже испекла булочки? Пошли, Пеппа. Мамочка-свинка, мамочка-свинка, да, Пеппа? Нам так вкусно пахнут твои булочки, они еще не готовы. О, похоже, уже готово. Ура, ура, булочки уже готовы, можно кушать.
Мне послышалось, что булочки уже готовы. Хо-хо, какие же они красивые, как вкусно пахнут. Погодите, не спешите, они еще горячие. Мамочка-свинка, а можно мы возьмем булочки и пойдем на детскую площадку? Пеппа с Джорджем пошли на детскую площадку. Ух, как весело кататься! Да, весело! Да, Джордж, и булочки уже почти отстыли. Да, и скоро можно будет кушать. Но вдруг, откуда ни возьмись, в небе появился дракон. Ой, кажется, я кого-то вижу. Джордж, Джордж, смотри, это же в небе дракон. Скорее, прячемся, убегаем. Ай, Пеппа, погоди меня! Ай-яй-яй-яй! Пеппа с Джорджем спрятались под качели. Ой, здесь уже никого нету. Чувствую, они пошли сюда. Джордж, он идет сюда! Скорее убегаем! Ой, Джордж, надеюсь, он здесь нас не найдет. Да, Пеппа, так страшно. Чувствую, здесь тоже кто-то был. Куда же они пошли? О, в ту сторону. Вот вы где! Не ешь нас, дракон, мы невкусные! Да, мы совсем невкусные! Вообще-то, я и не думал вас кушать. Не думал? А почему же ты за нами бежал? Я почувствовал запах вкусных булочек. А я так люблю булочки! Но мне их никто не печет. Булочек? Так ты булочки любишь? Ну да, а вы что подумали? Держи наши булочки. Ну как же я их съем, а вы останетесь без булочек? Не переживай, мама свинка много напекла, у нас дома еще много булочек, и мы тоже поедим. Спасибо вам, ребята, вы очень хорошие. Я так люблю булочки. Ой, какие же они вкусные. Ну, спасибо вам огромное. Не за что, дракоша. Заходи к нам в гости. Мама свинка каждый день печет булочки. Они очень вкусные у нее получаются. Спасибо большое, ребята. А ваша мама меня не прогонит? Нет, мамочка-свинка у нас очень хорошая, она тебя не прогонит. Да, мамочка-свинка очень хорошая. И папа-свин. Да, и папочка-свин тоже очень хороший. И он любит драконов. Да, и динозавров. Да, здорово. Спасибо большое вам, ребята. Я обязательно приду к вам в гости. А теперь, может, поиграем? Ура, давай поиграем! Пеппа с Джорджем играют с дракончиком. Ой, как весело! Джордж, давай теперь ты! Ой, а теперь я! Как весело с тобой играть! Подпишись!